пару дней назад я ехал домой поздно вечером, ночью. Скоростная магистраль, это белорусская М5, Минск-Гомель, если я не ошибаюсь. Везде забор стоит, как бы опасений не должно быть. Но вот беда, машина стоит, и сбитый лось мертвый. Ну, в машине вроде бы никто не пострадал, но сколько можно этих происшествий делать? Но согласитесь, этих происшествий можно было избежать и смертей, если бы поставили нормальный забор, без открытых этих калиток. А цельный забор, зачем его было ставить с промежутками, чтоб оттуда выбегали лоси и другие животные? Смысл было его вообще ставить, чтоб в лес не ходили срать? Можно же было сделать подземные или надземные переходы для животных, чисто для животных, не для людей, не для кого, просто для животных. Даже можно было разработать, я уверен, что можно это сделать, даже самое элементарное, самое простое, как-то освещать рога, то есть светоотражающей краской их покрасить или какие-то элементы нанести. Да, это недолговечно, да, это временно. Ну, проверить, провести тесты. Я уверен бы, что если люди бы увидели сдалека какие-то мелькающие огоньки, уже бы притормозили. И они будут хорошо заметны на рогах. Уже сразу будет понятно, даже если по новостям сказать, что новая там фишка лосям рога красить. Уже было бы у людей внимание и понимание, что в темноте может что-то блескнуть, и это значит, что какое-то животное с рогами. Это ж не 20 килограмм, не заяц, не лиса бедная, не ежик тот. От 300 до тонны весят животные, да их жалко просто-напросто, их не столько уже и много осталось у нас на земле. Да сколько ежиков гибнет, блин, мне жалко этих ежиков, они бедняги, пытаются через дорогу перебежать, потому что негде им перебежать, они же скорее всего ориентируются по запаху. Какой-то слабый маленький забор, я не знаю, зачем его туда вообще поставили, зачем это отмывание бабла или что. Чего у нас в Беларуси так всегда все делается через жопу? Если там проезд в лес надо, поставьте забор с замком, ручным, не надо на замок вешать. Кому надо, открыл, проехал, закрыл. Все, все проблемы решены. Нет, надо какой-то забор поставить. Никаких переходов, ничего. И оттуда, конечно, будут животные выбегать. А потом запутываться и бегать около забора. Всего хорошего, берегите себя.